То «Березка-то-рябина», «Орленок», «Погоня», «Точка-точка-запятая». Когда-то эти песни знал наизусть каждый советский школьник. Звучали они в теле- и радиоэфире едва ли не каждый день в исполнении большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР. И вновь их смогли услышать ульяновцы в Большом зале Ленинского мемориала. Советские хиты вошли в программу «Пусть всегда будет солнце». На сцене мемориала выступили два хора ДШИ номер 10 города Ульяновска. Это образцовый коллектив «Старший концертный хор девочек «Солнечный ветер» и народный коллектив «Старший хор мальчиков «Вольный ветер». Ими руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Додосов. С юными ульяновскими хористами советские хиты также пел концертный хор детской музыкально-хоровой школы «Жаворонок» из Нижнего Новгорода. Детские хоры пели в сопровождении губернаторского оркестра русских народных инструментов. Чистые детские голоса в этот вечер пели о главном, о крепкой дружбе и пламенной мечте, о любимой родине и мире без войны. Песни Пахмутовой, Шаинского, Дунаевского, Островского, которые давно стали классикой, подпевали зрители. После каждой песни зал разрывался от аплодисментов и криков «Браво!». Песни советских лет снова прозвучат на сцене Ленинского мемориала 1 февраля в программе «Песни большой страны», но уже в исполнении взрослых солистов, таких как Владимир Самарев, Елена Рождественская и Юлия Корсакова. Ирина Антонова, новости Ул Правда ТВ.